Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенда. Ребята, всем привет! Играем в Лиги Мастеров со составы наших дорогих подписчиков. Поехали в бой! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Итак, у нас первый состав от нашего подписчика. Кто это? Екатерина Шелестюк. Привет, наша дорогая. Тебе лайк от команды Детол, большущее сердечко. И супер перцу состав у нас называется. Пульверизатор. Пульверизатор? Где наш пульверизатор-то? Да. Паразитная кошка. Пульверизатор, что-то забыл, как он выглядит. Пулик, Тимати. Тимати. Зеленый друг наш. Да, точно, да. Паразитная кошка написано. Что, паразитная кошка? Морозильная просто от идеи приняла. И Шинигами, супер перцы. Ай, ты Шинигами, а. Ребята, вы видите, что все персонажи у нас сотого уровня максимальной прокачки. Если вы хотите такие же, если вы хотите все сотый уровень, кучу баксов, мутагена, любого персонажа, любую колоду из магазина, пишите нашему подписчику, ссылочка на него в описании к этому видео. Уточняйте у него условия, он вам обязательно поможет и будете наслаждаться игрой так же, как и мы. Итак, у нас первую атаку наносит наши Шинигами. Как вы помните, мы не используем ни массовые атаки, ни лечение, поэтому просто разносим противника мощными обычными атаками. Да, ребята, челлендж без хила и без массовых атак. Максимально усложняем себе задачу. А вы не забывайте написать три персонажа в столбик прямо в комментариях под видео, потому что мы берем практически все персонажи всех составов наших подписчиков. И поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Ребята, прям киньте ссылочку своим друзьям, пусть они посмотрят, тоже напишут составчик. Пусть нас будет больше. Помогите команде Детол. Смотрите, мы уже практически разнесли двух противников. Это очень круто. Лео там остался на минималочке. У него просто постепенный урон, мне кажется, добьет. Ой, ты смотри, кто у нас. Кролбот снаряжается и сейчас будет нам сильно дамажить. Ты, ой-ой-ой, морозильная, паразитная кошечка. Бедная-то какая. А все хелсы у нее отняли, а Крис Брэдфорд еще и защиту повышает. Ну ты даешь. Молодец, Крис, а. Ой, мы потеряли, кстати, морозильную кошку. И Лео все-таки подлечился. Вот это да, ребята. Вы только посмотрите, у всех максимальное здоровье практически, кроме Лео. Еще атака и защита, мы все, ребята, это фиаско. Ты думаешь, это фиаско? Все, мы проиграли, да, Шинигами, ну, хотя... и Тимати не вытащит эту битву. Ну, мы не из таких ситуаций. Лео лечится, о май гаш. А что он тебе так плохо подлечил? А что-то мало подлечился совсем. У него, видимо, не прокачана способность. Вот так да, вот, ребята. Да, по всей видимости, не прокачана, и все, и как бы из-за этого. Но кто-то у них был очень прокачанный, потому что ты посмотри, что они делают. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hard Play. Ссылка в описании. Да, ребята, очень сильно нанесли дамага. Не вывез наш составчик минус Лео. Но тем не менее, мне кажется, с такими хелсами мы здесь не справимся. Очень тяжко будет, потому что, смотри, вот помогает даже нашему другу Крису Брэдфорду. Так, по кому бы атаковать? У них у всех защита есть, понимаешь? И это да. Сложность. А вот вообще у наших маленьких кроликов еще и уклонение. Что с ними делать совсем? Непонятно. Совсем непонятно, ребята, надо дамажить со всей силы. Хотя вот сейчас... Смотри, Шинигами-то неплохо бьет на самом-то деле. Вот ну, только поляризатор подпортил нам всю жизнь. Поляризатор, да, но один раз он нормально атаковал. Ой-ой-ой. Вот это да. Еще и массовая атака, ты смотри, сейчас, мне кажется, минус пулик. Давненько наш состав не проигрывали, но, по ходу дела, мы сегодня начинаем именно с этого. Ну, здесь нам просто не повезло. Видишь, как нам и дебафов наложили, и много дамага нанесли, и кролики тут вот со своими массовыми атаками, с колесами, со всеми со своими, вот так вот бахают. О, смотри, мимо. И что, Шинигами еще, мы ушли в тень? Да, Шинигами еще в тени, но особо это ничего не дает, но все равно какое-то но преимущество. Слушай, представляешь, так вот вытащим бой, хотя вряд ли, вряд ли. Нет, навряд ли. Ну, посмотри, по 800 мимо, конечно, это им нужно постоянно промахиваться, держится. Но 1900 это совсем много. Да, ребята, вот так вот поражение мы получили, но ничего страшного, от состава это не зависит, просто вот так вот сложилось обстоятельство. Егор Песков у нас следующий, дружище. Плохиши называется состав. Егор, тебе лайк от команды Детол и сердечко. Армагон, Шреддер, Мультик и Тигриный Коготь. Да, состав плохишей, правда, ребят, мощный состав плохишей.
И тигриный коготь, да, у нас еще последний персонаж, который мы возьмем, идем в бой. Поехали в бой, ребята, погнали, лайкусик поставьте, кто еще не поставил, составщики пишите в комментариях. А у нас здесь враги, да, у нас Ваня Стиранка, Донни из фильма, Донни у нас получается из мультика, и Донни криминальный. Ух ты. Интересные составы у нас. И, конечно... Шреддера первый, который у нас атакует, и мы не используем массовые атаки, очень жаль. Да, хотя сейчас бы вынесли всех практически с одного раза. Попробуем Донателло вынести, потому что он массовую атаку может все-таки... Ой, не массовую, и массовую есть, и защиту. Короче, да? Опасный персонаж. Опасный. Хоть хорошо подлечить не можешь, потому что хил это нам совсем не нужно, нам не на руку. Так, его вынесли. Жалко, у Армагона две массовые атаки. Нет, с какой стороны это хорошо, но не в нашем случае. Да, ребят, массовые здесь не используем, потому что мы очень легко здесь против 80 уровня массовые атаки хорошо срабатывают сотого. У нас, тем более, все прокачано на максималочку. Спасибо нашему подписчику. Вы знаете, как к нему обратиться, ссылочка в описании. Вот, и поэтому мы не используем массовые атаки и хил. Так, гнущийся палка заряжает прямо по тигриному когтю и блокирует его способности. Однако. Пулемет от Ваньки и половину хелсов. Воу, тигр теряет запас здоровья, просто иссякает. Ничего себе, вот это поворот, ребята. Как-то по тигре накатили со всей силы, три атаки прошло. Согласен. А Донни, ну смотри, Донни сейчас тоже отхватит. В ответочку мы просто постепенно урон ему еще. Ну, с одного раза, мне кажется, его не добьет постепенно. Ну, хотя, может, и добьет. Давай оставим, пусть попробуем, да. А мы пока что начнем бить здоровую железяку. Бакстера Стокмана, доктора. Ну-ка, выстрел. Тигра все-таки сделает свой мощный выстрел. Ой-ой-ой-ой-ой. Даблкил, можно сказать. И теперь мы используем метеорит, хотя надо было не использовать, потому что там броня была. Да, последний момент это, ребята, я обнаружил. Броня была, к сожалению, атака в пустоту. Ну, тем не менее, ничего страшного. Вон у нас еще есть массовая атака от Шреддера, но мы используем обычную. Крит и... вот они, просто вот такие бластеры выстреливают и раскусываем его напоследок. Вот так вот, ребят, очень мощно мы разделались по сравнению с предыдущим разом. Идеальная у нас победа. И, Егор, тебе большое спасибо, мы отправляемся дальше. Если ты любишь Лего... Подпишись на наш второй канал Detol Lego, ссылка в описании. И у нас друзья Майки, One Chance, дружище, тебе лайк и, конечно же, сердечко. Морозильная кошечка, Мондо Гекко и Кожеголовый, представляешь, вот такой. Так, давайте найдем морозильную кошку, кто там еще? Мондо Гекко и Кожеголовый, друзья Майки. Мондо Гекко и Кожеголовый, и отлично. Спасибо, One Chance, ребята, пишите ваши составы, а мы отправляемся в бой. Сейчас Кожика найдем нашего дружище, здорового крокодила, который себя, кстати говоря, хотел выставить драконом. Да, он переоделся, но это был Хэллоуин, по всей видимости, и было как-то проявить себя. Ну что, против нас, опять, почему-то Донни из фильма все любят использовать. Раф из видения есть, я там видел, хороший соперник очень. Майки у нас обычный. И обычный из мультика, и классический. Да, все у нас здесь есть. И, конечно же, Рокстеди, самый главный наш соперник, потому что он здоровый, у него хелсов много. Рокстеди, тяжелый противник, если честно. Да, всегда с ним проблемы, потому что он и защита у него хорошая, и атака хорошая. Вот такой он... Бравый у нас здоровый носорожище. А мы пока что плотненько так насели на Микеланджело из мультика, потому что это дружище может подлечить себя и своих героев, и еще и уклонение повесить. О, да, он картину подпортить может очень сильно, ребята, потому что такой сильный прям соклановец, можно сказать, сатимовец, да? Он сатимовец. Тиммейт. Тиммейт, ребята, да, который помогает своим друзьям и лечит, и уклонение закидывает. Ну, прям тяжело с ним, тяжело бороться. Мы порой, я думаю, даже не справлялись, мне кажется, когда проходили игру, да? Прям он нам картину всю портил вечно. Майки молодец, ничего не могу сказать. Хороший герой, так что обязательно его прокачивайте. Прокачивайте, ребята, и используйте. Конечно же, уклонение — это его фишка. Уклонение и лечение, да? Там, да. Ну, по атакам он в просадке, но тем не менее. Да, тем не менее, вот прям в команде он работает очень хорошо. А вот сейчас у нас морозильная кошечка потеряла большущий запас здоровья, Мондо Гекко тоже. Ну, тут у нас получается самый главный — это Кожеголовый. У него хорошее уклонение и, конечно же, мощные атаки.
Ну, вообще, несмотря на то, что сейчас мы потеряли морозильную кошку, это один из самых сильных персонажей в игре, потому что мы делали прохождение всех боссов, и именно морозильная кошка справилась просто на ура. Да, одна из немногих, ребят, даже Супер Шреддер не с первого раза справился, а морозильная кошка прошла всех боссов, вы представляете, морозильная кошечка, мы просто в шоке были. Напишите в поиске Detol морозильная кошка против боссов и посмотрите это видео обязательно, кто еще не видел. Да, и вы увидите весь потенциал, который скрывает в себе морозильная кошка. Так, минус Донни, остался только Раф и Рокстеди, но это хорошие соперники, у нас шансы, если честно, равны на победу, потому что у Мондогека все уже, практически нету хелзов, а вот Кожеголовый еще может побороться за победу. Да, еще мне не нравится, что защита есть все-таки у Рафа, но все равно будем атаковать его, добивать. Ух, мощная атака, защита, да, конечно, тут подвела слегка его защита, но Мондогека, представляешь, добивает, он все-таки выжил, дружище ящерица маленькая на скидборде. Маленькая, но хитрая, ты посмотри, какая мощная была сейчас, да, атака, и мне кажется, баллончик с краской сейчас поставит точку в этой битве. Вот так вот, ребят, практически на минималочках мы побеждаем, огромное спасибо вам за ваши составчики, пишите их в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами была команда Detol, до новых встреч, новых видео, пока! Пока, ребята!